сегодня стоит. Сколько будет? Впервые я в этом городе появился в 88 году. Назначил меня митрополит Нижегородский Арзамасский Николай своим указом. До этого я служил диаконом села Великий Враг. Я был и настоятель, в то же время был маленький молитвенный дом, и надо было уже подготовку вести было к реставрации церкви. Поэтому ходил в светской одежде, побывал уже строительным материалом, то приходится и грузить самому, и выгружать. А подрясничек церковный еще был только один. Из пачки еще носить было нечего. Практически первое время я ходил в такой светской одежде. Сам Баташов был похоронен в одной из этих вот гробниц. Когда нам храм в 89 году передали, все гробницы практически были разрушены, своды были уничтожены, все сполна. Нам сейчас, с Божьей помощью, удалось восстановить эти все своды и восстановить эти гробницы в том виде, каком они были. Но гробницы на сегодняшний день пусты, как нам сказали жители нашего города, что после войны искали золото государственные деятели, и практически все гробницы были вскрыты. Отец Геннадий, а какое значение имеет в жизни человека память? Память? Ну, это, наверное, для человека память много значит. Это когда уйдет из жизни, наверное, человек, это тоже память. Память о храме, это тоже память. Память наших предков, которые оставили нам назидание. Когда мы пришли первый раз в храм сюда, то в храме была интересная табличка. До сих пор я помню. Памятник архитектуры 18 века охраняется государством. Повреждение памятника карается законом. В 90-м году мы уже зашли в храм и совершили первое богослужение. Ровно один год. Мы строили всю вот эту центральную часть вместе с колокольней, внутреннюю часть. Она уже через год была готова для совершения богослужений. Этот правый предел в честь святителя Николая освящен был митрополитом Николаем. При соборном богослужении
священнослужителей, в то время Кулебаковского благочиния, теперь Выксинского. До этого верующие многократно просили о исполнительной власти храм, но им не передавали, и они вынуждены были купить маленький домишко, где совершали там свои необходимые богослужения без священника. Когда молитвенный дом их не закрыли, приостановили их деятельность в связи с якобы с нарушением Конституции, поскольку молитвенный дом не был зарегистрирован в установленном порядке. И они тогда пришли в исполком и сказали, что если вы нам не дадите возможности где служить, то мы привезем на санках дров и устроим крестный ход вокруг Рождественской церкви. В результате чего все практически решеток на окнах не было. Все было без, почти все без решеток было. И все окна были заложены белым кирпичом. Причем за 2-3 дня до Рождества Христова. Вот так побеспокоились государственные власти в те времена, чтобы не допустить верующих до святого храма. Вы мне вот про это здание расскажите. Больше всего мне нравится то, что вы накормите нищих наших голодных. Да, вот это наше здание, оперативное так именуемое здание. Здесь временно будет, не временно, в нижней части вот эти вот три окна будет благотворительная столовая, где будут питаться в первую очередь сотрудники церкви, но не все пенсионеры, по 80 лет. И малообеспеченные в основном-то у нас работают. Да и все желающие, дети воскресной школы здесь сейчас в настоящий момент питаются, потому что они все приходят на богослужение. А среди них есть и те дети, у которых даже родители по каким-либо причинам ведут недостойный образ жизни. Или пьянство и так далее. Поэтому все они будут питаться здесь. На втором этаже, вот в эти три окна, временно будет располагаться крестильня. Площадь где-то 60 квадратных метров будет. И... Когда крестить не будем в этот период, то будем проводить воскресные занятия. Вы говорите, что жить трудно, а как же вы еще людей кормите тут вот? Нам даже детей. По линии Московской патриархии удалось завести сюда гуманитарную помощь, которую у нас немножечко мы оставили для благотворительной столовой. И мы надеемся кормить. У нас на сегодняшний день есть топленое масло, растительное масло, рис, чечевица, мука. Например, картофель, капуста, морковка, свекла. Это приносят уже прихожане из деревень. За счет них. А, кстати, кто чаще приносит? Какие прихожане? Богатые, состоятельные или бедные? Такие же нищие. Скорее всего, да. Такие же, можно сказать, такие же нищие бабушки, которые приезжают в деревню, просим, чтобы нам оказали помощь для благотворительной столовой и для воскресной школы. И они довольно-таки отзываются хорошо. Вот мы привезли мешков 25-30 картошки. Нам пока, слава тебе, Господи, для воскресной школы хватило, и также для благотворительной столовой хватило. А есть какая-нибудь разница между выполнением светского заказа и тем, как вы вот тут вот все это делаете? Как же нет разницы? Есть, конечно. А в чем? Здесь душу больше вкладываешь. Душа. Конечно, все делаешь с душой, потому что для людей. Вид идет намного вперед. Ну, как говорится, для... дешевле, чем в государственной стройке, делают нам снисхождение. А вы люди верующие? Раньше все время говорили, что нету Бога, нет Бога. Как-то привыкли, что нету. А сейчас вот пошли все эти изменения, уже думают, что все-таки что-то должно быть. Так, а если завтра объявят, что, допустим, опять Бога нет, а Бог – это очередной наш вождь партийный? Нет, сейчас уже так не объявят. Сейчас людей зачем уже... Зачем метаться с места на место? Есть, значит, есть. Вера далась легко. Святые отцы говорили так. Младенец воспитывается тогда, когда ему... Когда он поперек лавки, когда гадоль, тогда уже поздно. Поэтому в меня уже до 12-летнего возраста, наверное, что было заложено все, что потребно было. Поэтому веру я уже потерять никак не мог. То есть вас отобрали от мамы уже в 12-летнем возрасте, да? Да, за то, что мама нас водила в церковь. А что это, кто-то написал донос или выследили, или вообще какие-то года были, что такие ужасы происходили? Это были хрущевские времена, 61, 64, 65 года, где-то вот эти года были. И мы же помним высказывание первого секретаря Никиты Сергеевича Хрущева, который сказал в 80-м году последнего попа по телевидению покажу, если бы он был сейчас... жив, если бы он увидел последнего попа, только не знаю, последнего ли он увидел или сотни тысяч, то он бы, наверное, не дожил бы
до своей смерти, он сразу, наверное, скончался от инфаркта сердца. Вас было трое, да, когда вас забирали? Да, трое было. А братья и сестры были вас старше? Брат и сестра, они двойнишки, были на 1,5 года старше меня. Какая-то связь вот между вами сохранялась вот в этом доме ребенком? Вы, то есть не в доме ребенка, в детском доме, вы помогали там друг другу, когда вас... Да, мы были дружны между собой, хотя у нас потом разделили после того, когда мой брат старший первым покинул детский дом, ну, убежал оттуда. Нас потом разделили. Сначала сестру в другой детский дом перевезли, меня там оставили. Так уж практически нас разъединили уже, для того, чтобы мама нас не нашла. Но волю Божию нам удалось... Потом постепенно, потом сестра, потом я. Все так сбежали. Сбежали. Все убежали. Хотя нам было, может, по 14, по 15 лет. Еще долго пытались после этого вернуть детский дом. Но дядя, который живет в городе Павлове, он отстоял. Я понаблюдала вас вот в жизни, а она заставляет вас прям выступать в нескольких ролях. Вы и строитель, вы и менеджер всего этого строительства, и организатор, вы и следствуете, выбиваете, вам и Волги дарят, вы и воспитатель одновременно. Вот такая, то, что называется раньше активная жизненная позиция, да? Ну, священники, наверное, все должны быть таковыми, потому что есть такая древняя поговорка: «Подлежащий камню вода не течет». Если мы будем сидеть сложа руки, то, наверное, ничего с места не сдвинется. Но у меня, кроме меня, есть еще приходской совет. У меня староста никогда не начинала деятельность по нашей церкви, по хозяйственной части, богослужебное в этом же только сугубо наше личное дело, а по хозяйственной части она никогда не поедет, пока не получит благословение. С утра ее первый звонок, 6:30 утра. «Батюшка, доброе утро, благослови, Бог благословит». Что будем сегодня делать? Татьяна Яковлевна, нужно сегодня вот это привезти, вот это, вот это, вот это, вот это. То есть я занимаюсь сегодня вот этим делом, этими, а вы будете вот это исполнять. То есть у нас практически вот такая работа, мы распределяем, каждый занимается своим делом. Вы когда-нибудь сомнения испытываете? Сомнения? Сомнения я испытываю тогда, когда что-то у меня уже не получается по строительству, когда приходится соглашаться, уступать где-то, изменять даже архитектуру самого памятника. Вот здесь я чувствую сомнения в себе, что я не прав, не надо было уступать, надо было лучше подождать. А сомнения более глубинного качества? Я думаю, что нет. И вы никогда не сомневались, правильно ли вы прожили жизнь? Я думаю, что на сегодняшний день я жизнь живу правильно, хотя грехов у меня хватает. И очень много. Сомнений только есть в том, что я грешу ежедневно и ежечасно. Лет не было церкви, но вера сохранялась в домах. Здесь было практически несколько организовано молитвенных домов. Так прихожане собирались все в доме и молились. Вот за счет этого немножко сохранилась вера. Но они все были разрознены практически. И когда мы прибыли сюда, мы старались объединить всех. И с Божьей помощью объединили, все стали ходить в наш храм. На сегодняшний день в нашем городе открыт еще один храм. И сейчас мы увидим его. Этот храм в честь Иверской иконы Богоматери, находящийся в монастыре. Вот сейчас мы уже, кстати, въехали в монастырские стены. Вот здесь где-то проходила граница. Эта община имеет своей целью возрождение Иверского женского монастыря. Мы способствуем этому и помогаем. Мы уже из своих сбережений пожертвовали на монастырь.
100 тысяч рублей. Хотя у нас самих не было денег, но мы перечислили все, что у нас было. Отец Александр, стойте! Интересно, что куст вырос по центру и прямо торновый. А зачем нужно было разрушать храм? Вот какие могут быть логические объяснения этого варварства? Да, наверное, нет никаких объяснений. Единственное, что, скорее всего, вывезли золото, серебро и скрыть свои преступления взорвали. С целью якобы похоронили все здесь. Вот единственная цель. Это варварство. Зачем обществу нужен монастырь? Шли и за утешением, шли и за... Действительно, вот за простым таким человеческим общением. Потому что смотрите сейчас, что творится вообще в мире. Ведь люди стали очень злые. То есть вот потеряна та черта милосердия, вот какого-то человеческого отношения друг к другу. И вот сейчас самому очень часто приходится говорить о том, что, ну, чтобы люди не теряли своего человеческого «я». В центральной части нашего храма трапезными номерами вот так же было небо. И большие деревья росли, причем выше крыши. Здесь там высота повыше, а в центральной части у нас пониже. Там где-то 12 метров было. И деревья выше крыши росли. Я первый раз зашел, ребятишки сидят на дереве и качаются. Дядь, ты зачем сюда пришел? Я говорю, будем строить храм. Они мне не поверили. Потом смотрю, они по стенам храма так и бегают. Я, господи, сердце аж заболело. Думаю, упадут расщеботы. Думаю, надо забраться самому. Взобрался, посмотрел, а там как пешеходная дорожка 1.5 метра. Хоть на автомобиле поезжай. Сын за отца не отвечает. Исключительно емкое представление о нравственности Homo Sovieticus. Не ваши отцы и деды разрушали этот храм. Но жертвуя деньги на восстановление, вы делаете один шаг в сторону от этого, Homo Sovieticus. Счет 701-305, Нижегородский промстройбанк, города Выксы. Получатель – Церковь Иверской Божьей Матери и Церковь Рождества Христова. А помните, вы спросили мальчишек, помогать строить будете? Да, они мне ответили, да, будем. Они так радостно ответили, я даже довольный. И они действительно помогали. У нас бывалые бригады в основном работали после вечернего времени с 5 до 12, кто до часу. А ребятишки, они 8-10 вечера собирались уже, отдыхали. И они кирпич подносили, сами раствор месили, все бесплатно помогали делать. В возрасте таком 14-15-17 лет, в первую же Пасху, когда мы открыли, не открыли еще богослужение, а сделали доступ на колокольню, колокола уже повесили. Мы дали право трезвонить всем, кто как умеет, первый день Пасхи. И люди были довольны. Очередь на колокольню была выстроена. Очередь. Целый день была очередь. Моя мечта была в жизни всегда – это достроить нашу церковь, а потом взяться бы и за собор. Ну и остаться в Иксе, конечно, до конца своей земной жизни. А самое трудное в этой стране – рожать и строить, созидать. Смогли бы мы 10 лет назад встретиться с отцом Геннадием? Поток, течение со старого Угрофинского в Иксу.